Дорогие друзья и гости моего канала, приветствую вас. И сегодня я хочу поднять такую тему – гаджеты для советской кухни. Ну, по-русски это говорилось приспособления. Приспособления, которые в Советском Союзе делались для удобства, для облегчения работы на кухне. Ну, начну я вот с этой подставочки. Под горячее. Вот видите, она такая из нержавейки. Ну, интересная такая, симпатичная. Вот клеймо у нее. Так, опять потеряла. Клеймо. И цена стоила, эта подставочка, 45 копеек. Ну, нормальная такая, красивая. Вот, потом еще вот такая вещь. Это яблокорезка. Кладется яблоко, нажимается, и оно разлетается сразу на несколько долей. Вот у него такое клеймо. И стоило это яйце, яблокорезка, 75 копеек. Вот такая вот. Я вот ей пользуюсь, когда много яблок и делаю яблочный сок варю. Вот я использую, чтобы побыстрее. Вот это вот предмет. Это рыбу чистить. Очень, кстати, удобно. Я вот когда рыбу покупаю, я ей чищу. Вот клеймо. И цена 80 копеек. Видите? Все, это все. И клеймо какое. Вот, и 80 копеек. Такая ручечка пластмассовая. Такие вот остренькие у нее зубчики. В общем-то, вот так рыба чистится очень хорошо. Потом еще вот эту сковородку. Ну, сковородку брать. Вот такая вот вещь. Так. Клеймо тут где-то было, наверное, затерся. Стоила она 45 копеек. В общем-то, я ей пользуюсь. В деревне-то нормально. Сковородки, которые без ручек, у меня есть чугунные. Вот я ей их так защемляется и хорошо держится. Так, потом вот это как брать тортик или даже ну, куски рыбы или куски мяса. Вот. Тут уже нержавейка. Где-то тут была цена. Ну, сейчас что-то не могу найти, но где-то была вот, вот такая вещь. Тоже функционально, очень удобно. Куски торта брать. Ну, пироги можно брать, вот, если руками не брать, когда особенно бывают пироги. Жареные в масле подсолнечном, они жирные. Вот брать и на тарелочку свою выкладывать. Вот такие вещи. Так. Потом вот нож. Торт нарезать. Вот и у него тоже цена. Ой, что-то не вижу. ₽2.50. Ну, такой стоит так. Деревянная ручка. Вот он такой большой. Красивый орнамент на с обоих сторон на нем. Вот нарезать торт. Такой нож. Красивый. Вот. Потом безмен. Вот. Клейма нет, но вот написано для только для домашнего использования 10 килограмм. А вот тут, значит, цена 4 рубля или 1 рубль. В общем-то, вот такой безмен. Тоже иногда пользовались им. Вот. Чеснокодавка. Тоже давнишняя.
Вот. 2 рубля. Вот ей уже много лет, и все, ничего ей не делается. А вот недавно купила чеснокодавку, и она у меня сломалась. А это уже не знаю сколько лет и работает хорошо. Вот такая. Что, не знаю, алюминий, не алюминий, какой-то сплав, наверное, что-то с алюминием связанный. Вот хорошая такая вещь. Вот. А вот эта вот вещь, не знаю, многие, наверное, в жизни не догадаются, что это такое, если не знают. Это штучка. Ложилась на дно кастрюльки, заливалось молоко, и она предохраняла молоко, чтобы молоко не убегало. Вот такая вот у нас давнишняя. Ну, на ней никаких клеем нет, цены нет, но этой вещи, не знаю, ну, 25 или даже больше лет есть, 30, наверное, даже больше 30 лет. А может, даже и все 40. Вот такая штучка. Вот. Ну, потом вот у меня вот два вот таких предмета. Штопор 100-летний тоже, он ему уже не знаю сколько лет, и вот он такой. Вот такие были штопоры в свое время, видите? Вот. И открывать бутылки с лимонадом. Вот мы в детстве вот лимонад открывали такими. Она ржавенькая, тут у меня в деревне валялась. А это, допустим, консервы открывать. В общем, ну такая вот вещь. Вот. Потом я еще хочу показать вот такой предмет. Он у меня даже сохранился в коробочке. Это называется помидорорезка. Вот она, видите, как вот тут написано. Разрезать одним разом на 10 ломтиков. Цена 80 копеек. Ну, а тут вот как, чего, инструкция для пользования. Вот выглядит она вот так. Такая вот. Кладется, вот тут острые такие эти. Кладется помидорина. На помидорину кладется вот эта вот штучка. Прижимается и... Помидорка продавливается или протирается вот так. И такие тоненькие, такие ровненькие дольки помидорные получаются. Особенно хорошо получается, когда вот мы жарим яичницу с помидорами, и вот эти на сковородку выкладываешь, они одинаковые, тоненькие, очень, очень вкусно получаются. Вот такие вот вещи. А вот этот-то предмет, это раритет раритетов. Я не знаю, сколько ей лет, довоенная, дореволюционная, не знаю. Это орехокол. Вот видите, какой это он. Вот такой предмет. Он очень старый. Ну, не знаю, довоенный, дореволюционный. Но он у нас давно, в нашей семье. Вот он вот так переворачивается, можно... Более мелкие орехи давить. Вот. А можно более крупную. Грецкие орехи вот нормально вот вставляешь сюда, нажимаешь, и все. Такой вот орехокол. Я вот больше ни у кого такого не видела. Вот такой вот он. Ну, я не знаю, вот он самодельный, не самодельный. Ну, похоже, что он фабричный. Вот такая вот вещь. Тоже давно-давно в нашей семье. Ну, это все, что я хотела показать, так сказать, приспособления по современному гаджеты для кухни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Вот хочу показать вам эту кучу малу всевозможных предметов. Вот такие вот предметы интересные. Всего доброго! До встречи!